Ну, собственно, это у нас подвал дома 46Б, второй подъезд. Вот здесь текла канализация. Все это вот так вот у нас выглядит. Очень печально, плачевно. Вот отсюда прям идет иногда прям фонтан. То есть здесь ходить очень опасно, потому что здесь еще мыши, крысы постоянно под ногами бегают, и блохи есть. В общем, вся вот эта канализация течет вот оттуда еще, точнее в ту сторону. Вот, и течет она прямо ко входу. Все это очень сильно воняет. Это раз. Вот. По поводу системы отопления, которую сливали. Отопление находится совершенно в другой стороне, абсолютно в противоположной. Идти до него вот метров, наверное, 20. Отопление находится здесь. Это раз. И отопление находится здесь. Это два. Соответственно, управляющая компания немножечко слукавила по поводу того, что они сливают отопление. А сливают они, как правило, прямо здесь, в этот подвал. Что мы, собственно, сейчас на видео с вами и видим по состоянию. Он частично бывает всегда затоплен, а зимой здесь очень сильное парение. В действительности, задвижка, которую они меняли, да, они находятся здесь. Но само состояние подвала, как видите, по коммуникациям, по трубам отопления очень плохое. Здесь надо менять абсолютно все. Если вот внимание обратить, вот эта вот яма, это здесь отопление еще прорвалась труба. Ее вроде как сейчас в очередной раз заменили. Можно посмотреть, да, реально она заменена, реально все хорошо сделали. Вот, но как бы мы надеемся, что дальше такого не будет. Но вот если посмотреть остальные коммуникации, да, они достаточно старые и делались еще, наверное, при царе Горохе. Вот, частично менялась вот эта канализационная труба. Но, как правило, именно она как раз уходит через пол вот туда. Как раз в этом самом месте. Все это и течет туда и туда.